Яробун, аньосео! Юры, кипыге, бонасео! Сегодня я расскажу вам про суффикс «ке», который образует наречие из глаголов или прилагательных, присоединяясь к конце каждого слова. Вы можете их слышать в разных песнях, в дорамах, например, у Twice, like «уа». Там идет игра слов со словом «уа» – «вау» и «уахада» – «изящный», «элегантный». Но «уа», «уаха гемандиро» заставлю тебя изящно говорить «вау». Песня BTS Boy with Love Могану хэнбокаге ханэнди. Хэнбокада – это счастливый, добавляем ге, получается хэнбокаге. Что делает тебя счастливым? У New Jeans используется факширада, определенно точно. Факшираги нару мандельгессо. Я определенно сделаю тебя своим. В каких песнях вы еще могли слышать этот суффикс? Напишите в комментариях.